Алло. Алло, вы готовы? В смысле гонки в 2К18? Гонки это хорошо, ты просто в них херово играешь. Гонки это как стратежки. Это узконаправленный жанр. Узко. Поэтому когда их узко, это немного. Хорошо. Я гонки много, не те. Я понял, почему. Угу. Да, вот поэтому только. Да, только поэтому. Да, только поэтому. Артём, чего вы ждете от конференции Bethesda в этом году? Честно, я типа сидел, думал, и я кроме Fallout и Rage ничего придумать не смог. Не, я вообще не представляю, что они... Смотри, во-первых, Deus Ex Prey, вот, его я жду. Вот, ну типа, оно по-любому будет. Это первое, вот, тупая аналитика, потому что... И последнее, походу. А сколько у тебя времени сейчас? Пол пятого. Так, у них неплохо там, я смотрю. Ешь такая. Ешь, одевайся, выходи, йогой занимайся, по снегу иди, беги. Смотри, есть, есть. Смотри, тварь, беги. Начинается все. Храни, плыви, твоя мать. Играй, подбей. Человек не мужик. Смотри, рисуй. Протирай. Все, надо прекращать. Это типа все смешнее и смешнее. Не надо вопросов. Танцуй, да. О, у него ширинка расстегнута. Я не знаю, зачем он тогда посмотрел. Боже, еще один какой-то вышел. Футболки группы Grave. Хорошая группа. А рядом 47-й? Да там, походу, уже 55. Судя... О, Вилл Титс, это отличная работа. Что там хер, конечно. Вилл Титс, да-да-да. Вилл Титс, короче. Отличная работа, 55-й. Еще это 47-й. Заткнись, 55-й. Заткнись. Before we begin, yes, mom, I'm still alive. No, I'm not a mimic. Hang on. Ару! А он чёрт, как тебе не стыдно? Это сейчас. Я тебе говорю, чё теперь же она не мимик, она её съела. Да. Настоящий гений. Взял руки Део поносить. Да-да-да. Очки не дал тебе. Сказал, я ни хрена не увижу, если ты будешь носить мои очки. Чёрта, флавай! Не, блин, я посмотрел. Скайзинт! I know. They're so cute when they're little. Блин, что нахрен американец? Да, дай куртку поносить. Посол нахрен американец. Хай, давай. Я никогда не быть как я. Он такой шоумен. Он так общается с публикой. Знаешь, куртка с Хидео Кодзим. Куртка из кожи Гук. Гор, гений. В куртке Кодзима, это конечно. С Кодзима приходится, короче, куртку сдергивает. Урывается такой. Вот ты где, давай! Там куртка. Такой, бери! Норман Ридос заходит такой, куртку с него сдирает и бьет. Ну, типа, было бы круто. С этим еще, как его зовут, Ганнибала. Мэн Сникерсон? Да-да-да, залетает такие, поет. Вот он этот жалай! Бери его, белый! Трави его! С ногами. Короче, типикал. Ебуси, американцы! Мы развлекались как могли. Вот, да, в прошлом году было вот такое. Да, да, типичный да. Devolver. Вот, мы не могли это пропустить, кстати, на самом деле. Guys, I am so excited to debut right here on this very stage. Hotline Miami, думаете? First foray будет into the Battle Royale play space. Battle Royale. Battle Royale. Серьезно, эти вставки. Ясно, это уже кровавая баба вышла. Ей не нравится батл рояль. Ко мне. Что, блять? Какого хера вообще? Most intimate moments. New web trademark paranoia that drives the savagery to new heights, making scum and я хочу эту игру, пусть это будет не стёк. О боже.
And of course, fan favorite Mr. Smiles is back again for rule enforcement. Что за бред? Я куплю только не бей, да? А, типа консоль свою анонсировали. Так это что-то Xbox игра. Говорит, нет Devolver. Она говорит, еще и на японском. Сука, ты сейчас получишь. Вообще нахер. Мы так оживленно на предыдущей конференции говорили. Такие... Что происходит? Все, она тут молча втыкаю. Я прямо сижу и смотрю, вот серьезно. Какого хера? О боже, он сейчас этот... Он превозбужден. Explosions and overly dramatic voice acting. Ladies, gentlemen, holy fucking shit. May I present to you from Software's 2004 masterclass in democratic mech warfare, Metal Wolf Chaos! Я хочу чат вот эту конференции почитать, там типа... The fuck? Объясните, кто-нибудь пишет. Я не понял. Что это было? Это же игры не показали. Делать-то что, так и не сказали. Все такие растеряны. Да. Это такое тупенистое. Ну, хорошая конференция. Как раз вообще, да. Эвольверы, наркотики не нужны. Да-да-да-да. Ну, это было круто. Это было прям вообще здорово. Да, прям... Cyberpunk пока что радует, серьезно. Не знаю, они особо ничего не показали, конечно, геймплея никакого, но ага. Сам мир... Да там, типа, больно. Все было видно, что просто сделано охеренно. Ну, то есть, да, тупо все, и режиссура там, и вот это вот. Мне завезли Halo, я люблю Halo. Мне завезли Forza, я люблю Forza. Мне завезли Gears, мне похер на этот Gears, он меня не радует вообще. Вот, Тёме завезли, что тебе завезли? Ну, помимо этого там. Колбаски завезли. Devil May Cry? Да, да. Мне понравился, ну, естественно, Cyberpunk и вот этот про самурая. Ну, посмотрим, что там с Battletoads будет. Полно хороших игр, на самом деле. Хорошая была конфа. Я могу сказать, что типа навезли. По минимуму базарили. И тут... Да, то есть тут как бы этого не отнять. Кидали, научились игры, сделать кидали. Нормальную игровую конфу за 2 года. Все, вообще. Вырубили они, короче говоря. Молодцы. Рыбала нахрен такой. Ну... В принципе, вот такой это он был. Microsoft. Короче, Doom, Wolfenstein, новый Elder Scrolls, новый Fallout, Rage 2, DLC Prey. В целом, нормально. Нормально. Ну, да, мне понравилось. Я сегодня увидел Doom и Cyberpunk. Не, я всякие там Elder Scrolls и всякие Starfield в расчет не беру, потому что там ничего не показали. Ну, это охереть как круто, но просто пока... Да, их анонсировали. Ну, да. Типа, можно ждать. Мы ничего не знаем. Чинайте. Из того, что именно увидел, мне реально очень понравился дизайн в этом... Киберпанке. То есть там не то, что охеренно. Вот это банальщина, что там темная вот эта вот дождь, ночь. Такое, да, нуар с ретро-вейвом каким-то, я не знаю. Да, ну тут, короче, и день, и яркие киберпанк. Цвета, но при этом там какие-то вставные челюсти, там глаза такое, типа... Прикольно. Devil May Cry я не понял, пока спрашивают Devil May Cry. Я не знаю, мне нравится, но я пока не чувствую, что это Devil May Cry. Метро, короче. Что там ждать? Хорошая игра будет. Prey понравился реально, стрелять интересно, но не понравилось, что он такой трешовый. Но с другой стороны, понравилось. Нет, мне понравилось, просто я другого ждал. Вот. Fallout 76 я не зашел. Я не понял, про что игра. Ну, я понял, но то, что я увидел, там типа надо чуть больше деталей. Пока какой-то слишком четкий перекос в сторону мультиплеера, и мне кажется, что там... Говорят, что в сингле можно будет играть, но, по-моему, там именно как коопную игру в сингле играть. Ничего там особо хорошего в сингле не... Ну, посмотрим. Будут диалоги, будет нелинейность, говорят, в квестах. Хрен его знает. Я точно знал, то есть я еще где-то 2 месяца назад знал, что будет новый Elder Scrolls, поэтому и говорил, что сейчас будет еще один анонс там. Я на самом деле сейчас не сильно удивлен, поэтому и повторюсь, у меня нету такого выноса мозга по поводу него. Ладно, до свидания, коллега. В общем, увидимся, спешимся. Да, категорически, спокойной ночи. И вы, гайз, тоже там подсыпайтесь.